Внимание! Перед началом установки убедитесь, что напряжение питания выключено. Работы, связанные с установкой, подключением и настройкой, должны выполняться квалифицированным электриком, который ознакомился с инструкцией по эксплуатации и функциями устройства. Устройство LKM01 – это универсальный индикатор питания. LKM01 используется в системах автоматизации и контроля для индикации текущего состояния, индикации наличия сигналов или индикации присутствия напряжения питания. Устройство имеет следующие клеммы. L1 – клемма, используемая подключение первой фазы. L2 – клемма, используемая подключение второй фазы. L3 – клемма, используемая подключение третьей фазы. N – клемма, для подключения нейтрали. На передней панели расположены три светодиода. L1 – светодиодный индикатор указывает на наличие напряжения на фазе L1. L2 – светодиодный индикатор указывает на наличие напряжения на фазе L2. L3 – светодиодный индикатор указывает на наличие напряжения на фазе L3. Для правильной работы устройства требуется подключение нейтрального провода. Все индикаторы питания адаптированы для работы в системах с нейтральным проводом. Например, TNS, TNC, TNCS. Индикаторы не подходят для работы в схемах TETI и ITI. Установите индикатор питания LKM01 на стандартную денерейку 35 мм. Пружинные зажимы облегчают установку. Ширина устройства – 1 модуль. Подключите напряжение питания. Первый фазный провод идет к клемме L1. Нейтральный провод идет к клемме N. Второй фазный провод подключите к клемме L2. Третий фазный провод подключите к клемме L3. Подключите напряжение питания. Включенный светодиод сигнализирует о наличии напряжения на данной фазе. Обязательным условием является наличие нейтрали, замыкающей цепь. После исчезновения напряжения на фазе L3 светодиод с маркировкой L3 гаснет. После исчезновения напряжения на фазе L2 светодиод с маркировкой L2 гаснет. После исчезновения напряжения на фазе L1 светодиод с маркировкой L1 гаснет.